Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру Peace Dead. Ну, слушайте, да? Peace Dead. Оно само за себя говорит, в принципе. Ну что ж, давайте, ребята, так, поставим русский язык и приступим. Что это вообще за игра и о чем она? Я не имею понятия. Так, у нас какой-то чувак сидит в маске из Крика с кошаком и думает о еде. Хотя я вру, какой Крик? В Крике там с открытой пастью, а здесь, наверное, маска Джейсона. Холодильник пустой, есть нечего. Перекати поле только вот по квартире шатается. Так, у него возникла идея какая-то. Позвонить. Звоню. Мне нужна еда якобы, да? Еда стоит денег. У меня денег якобы нет. Но вы можете их заработать. И я согласен. Тогда контракт. Ясно. Мы заключили контракт за еду. И корпорация Апокалипсис. Добро пожаловать в компанию Апокалипсис. Жнец, теперь ты подчиняешься мне. Осмотрись и принимайся за работу. Смотрится. Местная ножечка вкусненько. Вкусненько ему собака, а? Ха-ха. Все, что меня не убивает, делает меня сильнее. Так. Не цепляйся за нечто бесполезное. В особенности, если это бесполезная вещь, ты сам. Замечательно. И лишь спящие пробудятся. Жнец, ну ты не спи. Да я как бы не собираюсь. Так, а что нам надо вообще сделать-то? Так, сюда. Дополнительное влияние всаднику заказчику. 30 дополнительных секунд на уровень. Во имя короля мертвых, жнец, твое рвение работать не знает границ. А для чего я, по-вашему, ребят, сюда пришел, а? Работать и зарабатывать себе на еду. А что надо вообще сделать здесь? Так. А, вот оно что. Младший стажер, я сейчас в данном... Так, неделя. Ну, давайте попробуем. Сегодня твой первый рабочий день, жнец, поэтому самое простое задание, с которым ты не напортачишь. Чертей отправляй на левый лифт, ад людей отправляй на правый лифт, в рай. В принципе, мне все ясно. Ну, давай попробуем, приступай. Так, АД, АД, или клавиша мыши. Так, в рай, в ад тебя. Так, иди в рай. Так, по-моему, в рай должен идти. В рай иди. В рай. В рай. Так, я так понял, всех людей отправляем в рай, а нежить и в ад. Так, иди сюда. Ты пошел отсюда. Иди отсюда. Духу чтоб не было. Так, сюда. Так, и ты сюда. Пошел вон. Проходи, родной. Иди отсюда, гори в аду. Давай, родной, иди сюда. Камон, бэби. Бэби. Хе-хе, бой. Давай, родной. Похож был на вампира, но... А это что, Абдурахман Эйнштейн из Дума. Пошел вон. И это все? Хи, ребята, я даже получил А с плюсом. Черепа 45, прибыль плюс 45, время 58 секунд. Почти минута. Так, и что же далее? Ты пожнешь, я посею. Наш черный урожай един, жнец. О чем он вообще говорит? Так, на один признак меньше на каждом клиенте. Ну, давайте второй уровень. Сегодня другие жнецы наткнулись на забавную вещь. И вот что я скажу, жнец. Так, какие-то... В попытках заслать своих чертей в рай, Люцифер начал наделять людей своей демонической силой и рогами. Сегодня и отныне все, кто носит рога, должны быть отправлены в ад. Приступай. Ну, я понял. Так, давай-ка иди сюда, ко мне в рай. Так, иди отсюда.
Ко мне иди. Иди ко мне, родной. Давай, проходи, детка. Так, пошел вон. Ко мне иди сюда. Пошел отсюда, а. Так, ты иди ко мне. Ко мне иди сюда, говорю. Выйдите отсюда нафиг. Извращенцы какие-то. Так, поддубни ко мне. Так, тебе сюда. Тоже пошел вон. Так, с рогами вали. Так, моряк, давай ко мне. Иди отсюда. Так, вроде нормальный. Этого прочь. Иди сюда. Иди отсюда. Пошел прочь. Ты мне пальцем там не указывай. Так, в ад тебя. В ад. Так, работа выполнена. Ну, ребят, ну, пока все идет довольно просто и легко. Я не знаю, в чем здесь. Я даже получил стажера. Я повышение получил, ребятушки. Знаете, чем это пахнет? Нет? Я тоже не знаю. Я не знаю усталости, но я устал. Хотя такого не может быть. Угу. Сломан лифт и так далее и тому подобное. Стажер. Погнали. Сегодня люди начали использовать оружие, жнец. И что? Оружие — это такие опасные вещи, с ними в рай путь закрыт. Как рот нашего жирного голода для здоровой пищи. Так, значит, с всех, кто попадает к тебе с огнестрельным или холодным оружием, отправляй в ад. Вперед. Так, давай в рай. Иди отсюда. Так, у тебя топор. Ну-ка, в ад. Так, прошу. Иди отсюда. Так, рога, иди нафиг. Рога, вали. Так, подожди, автомат. Рога. Рога, пошел вон. Иди отсюда. Добро пожаловать. Давай, вали. Иди отсюда. Так, ребята, пока я ничего сложного в этом не вижу. Абсолютно, причем. Какая-то игра, если честно говоря, любенькая. Уж больно. Давай, иди отсюда, Влад. Ко мне иди. Ко мне, кому ко мне, если я судья. Иди отсюда с оружием. Добро пожаловать. Шел отсюда, качок, типа. Так, рога, иди сюда. Куда нажал, елки-палки, да какого фигуса? Так, работал. Да какого лешего я нажал, блин, в рай его пропустил, а говнюка этого гребаного. Ладно, это был небольшой мой проступок. Обожаю воевать. Эти трое очень далеки от настоящего смысла жизни, жнец. А я считаю так, что нечего читать твою болтовню. Да пошел ты нафиг, а? Кто ты вообще такой? Ну, я соглашусь. Плюс 20 черепов и 150 влиятельности. Рад тебя видеть в деле, жнец. Не так быстро, жнец. Погоди на минуточку. Жнец, есть дело. Опять какое-то дело. Ага, потрясающе. Знаешь, что сейчас происходит? Конфедераты заключают перемирие с федералами. И это нам на пользу, жнец. Конфликты прекратятся и война обделается. Но одновременно с этим к земле летит охренительный метеорит. Это будет весело. Метеорит упал уже после заключения мира, а потери от такого события не так значительны, как от длительной войны. Хочешь приобрести билеты в первый ряд на это потрясающее шоу? Взносы пойдут Кроносу на небольшое локальное замедление времени. Слушайте, я даже не знаю, давайте откажемся, а? Так, и продолжим, наверное, свою игру. Чё они мне там какую-то пургу? Ты знал, жнец, что средний человек носит в себе до 5 литров крови? Ну, приблизительно, да, догадываюсь. И что ты этим хочешь сказать? А некоторые носят ее на себе, между прочим. Угу. Чтобы не испачкать пятнами такой белый и чистый рай, всех, кто в крови, отправляй в ад. Стартуем? Стартуем. Так, иди в ад. Так, прошу. Пошел сюда. Добро пожаловать. Так, погоди, иди отсюда. Так, добро пожаловать. Камон. Подожди, это не кровь, нет? Черт, его подери. Ну, это понятное дело. А ты сюда, давай сюда. Так. Вали. Не, добро пожаловать. Шли отсюда вон, извращенцы. Ты сюда. Ты ко мне иди. Так, подожди, винтовка, иди отсюда. Иди отсюда, красножопый.
Так, добро пожаловать. Хотя ты так сильно похож на вампира. Добро пожаловать, детка. Так, иди сюда. Так, с гитарой золотой зуб. Давай ко мне. Так, кровь, шел вон. Рога, иди отсюда. Иди отсюда. Добро пожаловать. Ахмед, иди ко мне. Так, ну что, ребята, мы выполнили еще одно задание. Так, мы получили 150 влиятельности. И это единственное, что мы, наверное, получили. Так, ну что, давайте пятый уровень приступим проходить. Шляпы и головные уборы спасают от холода и от ветра. Но здесь шляпы мешают нашим правильным решениям. Все, кто попадает сюда, могут прятать под шляпами рога. А рога — это признак ада. Снимай с клиентов шляпы, чтобы быть уверенным в своей правоте. День начинается. Так, иди сюда. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Камон. Так, кровь, шляпа, иди отсюда. Welcome. Ну-ка, прочь. Иди сюда, родной. Подожди-ка. Ах ты, гад. Так. Так, кровища, иди отсюда. Кровь, шел вон. Иди отсюда, чувак из Дума. Иди. Она меня хотела наколоть. Шел вон. Так, чистый вроде. Так, ну-ка, иди отсюда. А ну-ка, сними-ка. Блин, вот гады, а. Сними. И посмотри, что творят. Так, вроде чистый. И ты чисто гады. Так, чистый. Вижу сразу. О, так похож на кого-то. Так, иди сюда. Прошу. Ко мне. Работа выполнена. Слушайте, блин, да все замечательно идет. Мы получили 30 клиентов, 45... Ох ты, что такое? Повышение. Я стал старшим стажером. 1000 у меня влияния. Если голова... Понятно. Мясная ножичка вкусненькая. И это 245 у меня черепов. Сломался лифт, его починит, но лишь раз. А почему бы не купить, а, ребята? 30 дополнительных секунд за уровень. Приобретем. И это, наверное, тоже купим. Денег все равно пока хватает. И у нас 6 уровень. Один из самых кровавых дней, Жнец, наступает сегодня. Так много крови, что теперь нужно смотреть под ноги. Лужи крови, которые грешники оставляют под собой, явный признак плохих намерений. Отправляй их в ад. Ах да, приготовься к неожиданным катастрофам, Жнец. Время на них ограничено. Разберешься. Так, в ад иди. Так, а ты в рай, я думаю, у тебя все нормально. В ад. Иди ко мне, родной. Почему иди ко мне, когда я их... Когда я судья просто-напросто. Так, давай. Так, оружие, иди отсюда. Так, подожди, кровь. Камон. Кровь, иди отсюда. Так, вроде чистый, да? Давай, в рай. Так, ну ты чистенько, иди сюда. Отправляем туда, ты в рай. Катастрофа, психи угнали автобус и сорвали с обрыва. В ад. В ад. Проходи ко мне, родной. Так, вроде чистый, да? Ошибка рога, блин. Хрен с ним. В ад тебя, блин. И ты, старый, что здесь делаешь? Иди отсюда, так, кровь. Ты тоже отсюда вали. Ай, нож у него был, не заметил. Эйнштейн, иди отсюда. Кровь. С кровищей, вали нахрен. Так, ну-ка снимай. Хотела меня наколоть. Так, ну что, ребята, выполнили мы еще одно задание. 259 пройдено. И вроде бы как неплохо. Так, сломался лифт. Так, ну это понятно. Лифт и сраники работают медленно. Отменить. И что нам это даст? И это, наверное, купить. Погнали. Так, 7 уровень. Я есть. Так, твой первый выходной день, Жнец. Хотя в выходные ты тоже работаешь. Сегодня для тебя сюрприз, тематический день. И используй свои накопленные знания в окружении жителей Древнего Египта и выполни свою работу. Приступай. Ну и в чем тут загвоздка? Пошел он. Так, иди отсюда, кровь под ногами. Вали. Чистый вроде, да? Ага, хрен тебе. Так, больной какой-то, иди сюда. Так, я не знаю, что это такое. Давай в рай. Так, в рай. Иди в рай.
Так, а тебя, по-моему, с кровищей надо в ад. И ты туда же иди. Так, кровь под ногами, под ногами. Так, в ад. Иди ко мне. Так, чистый вроде. Так, но у него все равно кровь под ногами. В ад его. Иди в ад, блядь. Ой, ё-моё, куда я нажал? Иди. Ядрить твою налево, а? Ну что такое-то, а? Так, что это там? Иди в ад, гори, блин. Вот я не пойму, а как этого судить? А почему ошибка рога? Какие рога, блин? У этого рога, да. У этого нет ничего чистого. Я тоже чистый. А как вы судите-то? Так, чистоган. Какие у него рога, я не могу понять. Где рога-то? Да, почему-то рога у него. Так. Так, ты чистый вроде. Так, кровь. Я вижу кровь. Так, работа выполнена. Ну, я не врубился немножко. Как судить по некоторым персонажам? Опять повышение. Я стал детективом, ребята. Я стал детективом, все. Новые клиенты. Отлично просто, великолепно. Ко мне пожаловали какие-то египтяне. А зачем они мне нужны? С одной стороны, если подумать. На орбите Юпитера произошло столкновение людей с неизвестной им расой. Столкновение быстро переросло в конфликт, в котором людям совершенно никак невозможно одержать победу. Но пособники войны строят военные заводы для оснащения вновь посылаемых на орбиту войск оружием. Победы людям это не принесет. Будут лишь дополнительные многочисленные жертвы. Хочешь проспонсировать диверсионную деятельность на заводе войны? Слушайте, ребята, давайте согласимся. Я ни разу не соглашался. Давайте посмотрим, что вообще будет. Вот и хорошо. А что хорошего-то? Так, ладно, мы продолжаем. Так, лифт починят. Дополнительно влиятельнее всаднику. Так, вот это, наверное, можно купить. Ума не приложу, что я покупаю и для чего. Но вторая неделя... Твоя первая неделя закончилась, и в качестве приза мы открываем чистилище. На самом деле оно было закрыто на ремонт, это просто совпадение. В чистилище попадают грешники, которые осознали свою неправоту. Сегодня и отныне отправляю в чистилище любого клиента, кровь по ногами которого может быть смыта, как и его грех. Поехали! Ах да, чуть не забыл, возможно, ты уже заметил, что иногда ты получаешь больше черепов. Или это все твоя интуиция, если отправишь клиента без манипуляций над ним, то ты получишь дополнительный череп. Спасибо тебе, родной ты мой, блин. Так, морковку, хрен тебе, иди сюда ко мне. Морковка. Вот тебя. Так, кровь под ногами, шляпа. Ёлки-палки, блин. Так, я уже забыл. Ну, в ад же их, по идее, у них же кровь на полу. О, да, рога, так, иди отсюда. Пошел вон. Так, иди отсюда, у тебя кровь под ногами, я же вижу. Даже не думаю. Какая поломка лифта? И из-за поломки лифта мне прекратили уровень. Туман рассеивается дольше. Чё за бред? Ребят, ну-ка давайте еще разок. Так, ну я понял, что этот мы откроем чистилище. Так, на самом деле, ну, на ремонт. Это я понял. Ну, кровь под ногами, поехали. Да поехали, елки-палки. Давай сюда. Ёлк, куда я его взял? Так, иди отсюда. Шоу он, иди отсюда. Почему ошибка-то? Давай ко мне, родной. Иди сюда. В ад тебя. Иди ко мне сюда. Тоже ко мне иди. Сюда. В рай. Пошел отсюда. И отсюда. Так, кровь. В ад его. Ко мне. В ад. Так, в ад. Да какого фикуса ты ломаешься? Гребаный лифт. Ты уже задолбал на самом деле, блин. Плюс 25 еды, что ли? Я не понимаю. Во имя короля мертвых, жнец, твое рвение работает. Да я понял уже все. Это все уже было. 60 дополнительных секунд за уровень. Так, давай-ка купим 10 черепов. И это тоже. 9 уровень, погнали. Детектив хренов. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь существам. Так, люди считают, что кровь смывается только кровью. Но мы дадим существам шанс. Если кровь с тела оттирается, отправляй таких в чистилище. Поехали. Поехали.
Так, хват тебя. Так, ты вроде нормальный. Ага. Хотел наколоть меня. Так, ну-ка. Ват нафиг, кровь на полу. Блин, отмывается все равно ват. Так, а это что еще такое? Привежнец, это твой босс. Так как уже достаточно умен, то будешь помогать прикрепленному за тобой наставнику. Это твоя обязанность, и она не обсуждается. До встречи. Да пошел. Привет, я твой стажер. Мне сказали, что я могу обращаться к тебе за помощью в спорные моменты. И тут возникла такая ситуация. Вот описание. Играет в Pokemon Go, худощавый, громко пукнул, думает, его ват. А зачем ему ват-то? Так, ты идешь в рай. Так, ну-ка, оттирается? Нет. Тогда ват. В рай, конечно же. Ты чистый. Так, зайдем. Так, ты в рай. Так, ну-ка, отмылась. Так, ват. Ват. Отмылась. Блин, ват его. Ёлки-палки, я думал, что там оружие. Ладно. Что такое? Привет, как дела? Что делать с клиентом? Я отвлекся и сбился с этого. Вот описание. Так, громко. Пухнул. Нет, я думаю. Ошибка. Так, а это кто у нас? Черт подери, я не понимаю, что происходит. Ват. Иди в ад. Ты иди в рай. Так. Ват. Ват. В рай. Ага, в рай, да. Так, чистый, в рай. Да какого фикуса, блядь, поломка лифта? Вы задолбали же, ну на самом деле, спасибо, я выжил лишь благодаря тебе, блин. И что? Что мне это дает, Д с плюсом, блин? Да, великолепно просто. Кое-что происходит, выслушай меня. Жнец, ты бы знал, какой занятой. Завтра мне нужно пройтись по миллионам лечебниц, и все потому, что работать приходится самому. Ну что дальше? Работай. Так как я буду в разъездах во многих измерениях сразу, мне будет тяжело контролировать то, что происходит. Не желаешь отработать день в мою пользу? Да иди ты в баню, еще отрабатывать за тебя день. Мне тут самого, блин. Погоди на минуточку, Жнец, есть дело. Жнец, двойная катастрофа. Люди развязали большую войну между собой, но есть шанс на перемирие, если только одна из сторон не уничтожит другую до того, как стороны договорятся. Проблемы усложняют перебой с доставкой провизии проигравшей стороне. Нам нужно, чтобы они подержались еще немного и не пали от голода и войны. Это очень ответственная миссия, Жнец, и я возлагаю надежду на тебя. Нужно снабдить продовольственный состав прочной броней и мощным паровозом. А для этого нужны деньги. Желаешь помочь? Да, ребята, помощь помощью. Но на этом я заканчиваю этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. И увидимся с вами в следующих сериях. Всем спасибо за просмотр. И до скорых встреч. Всем пока, ребята.